Вышел и кричит на весь, на всю академию здесь, дает интервью, это тоже, наверное, неправильно, да? И не надо давить на избирателей. Студент, это не студент, нужно на них давить, понимаете? Кричать, что мне жалко этого человека. Послушайте, хоть себя пожалею. Спасибо. Пытаться подать две жалобы. Председателю это надо будет снять. Тут писала. Тут. А там мы писали в территориалке. Там мы писали. Это точно такое же. Можно я прочитаю? Это о правонарушениях, которые находятся рядом с вашим участком. Мы не находимся на улице, мы не подождите, мне нужно улице, вы не можете не принять наше заявление. Вы нарушаете. Вы лично на нашем участке находите? Я звоню в 102 сейчас, хорошо, и вы звоните. Только на улице. Нет. Зачем здесь милиция к нашему участку вообще? Рассмотреть, когда заканчивается избирательный процесс, вы, комиссия, должны рассмотреть наше заявление и проголосовать. Вы будете составлять протокол? Я советую за своими юристами. Вот они территория вот эта, которая здесь, вы отвечаете. Вам же уже не подождите. Позвоните. Знаете, что я ему позвоню. Вы хочу решать избирательному процессу? Давайте на юристы спросим. Вы, журналисты, заявление. Подождите, насчет кандидата. Хорошо, нарушение произошло на улице. Подождите. У нас на улице произошло, там нарушение. Подождите, нарушение, и люди выходили с вашим избирательного участка и голосовали в этом избирательном.
Ну, это же надо видеть. Мы я понимаю, здесь, у нас здесь. Есть подписи вашего наблюдателя. Вот наблюдатель с вашего участка. Он подписал это заявление. Вы не принимаете заявление, принято. Я не успеваю перерабатывать вашу информацию. Вы без конца. Я говорю... Это с пулемета. Я же не могу сразу усвоить. Мне надо с юристом по цементу. Я знаю, что там это так. Здесь это здесь. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Да, смотрите. Выходя из участка, да, который 116, мы увидели людей, которым потом пристают неизвестные люди, да, задавая некие экзекуты. Где нет документов. Да, по закону они должны делать это в 50 метрах от избирательного участка, если у них там ничего нет официально. Это уже имеет значение, потому что я уже разговариваю с уполномоченным лицом одного из кандидатов. Я вот сейчас в данный момент разговариваю не с независимым юристом, да, а я разговариваю с уполномоченным лицом одного из кандидатов. Если нет, то можно написать заявление о нарушении избирательного процесса. Они уже начали жаловаться. Откажут, а мы хотим, чтобы... Они не откажут. Они сказали, что они готовы. Знаете, принять. Ну да, хорошо, ладно, готовы принять. Еще. Вот, ну они хотят, чтобы еще юрист не приехал. Сейчас они ждут, юрист приедет, хотят проконсультироваться, посоветоваться. Но это юрист, в принципе, знаете, это не есть проблема. Это не есть проблема. Хорошо, ладно. У вас же тоже есть кандидат. Да, тоже. Да. Все, я просто... Все, у вас есть вообще человек, который непосредственно участвует. Да, субъект избирательного процесса. Я вижу, честно, я ничего не А также наш кандидат ходил в группу, он увидел, как подвозят, он увидел машины, автобусы, да, у него есть подозрение о подвозе избирателей, плюс еще есть подозрение. Да, есть подозрение на так называемые карусели, что мы тоже описали. Мы это все дело написали, пошли в комиссию, попросили принять наше... Подожди, тут у меня просто один вопрос, как у юриста. Да. Вы же написали заявление об административном правонарушении? Да, но смотрите, я вам сейчас объясню, что мы это же делали. Мы приехали утром на Приволжанскую 75, там точно такая же ситуация, в школу. И ко мне подошли наблюдатели. Члены комиссии сказали, вы должны пишите в этой книжечке, и мы вас все примем за регистрацию. Ну то, что они сказали, да. Да, они сказали. Смотрите, вот мы написали это дело в милицию. Мы хотим то же самое заявить в комиссию, чтобы они при почетном лицом вообще ушли в этот момент. Пожалуйста, вот кандидат у нас, да. Журналист, имеет право присутствовать. Да, это мы понимаем. Главное, физически не мешать, мы хотим, такое... мы хотим. Без проблем, кстати, я это закончу. Заявление об административном правонарушении, это любой гражданин, кандидат он или не кандидат, журналист, не журналист. Он подает только в органы внутренних дел. Это легко. Если у вас какие-то замечания к нарушению избирательного процесса на участке, если кандидат видел каких-то людей, карусель или еще что-то, он имеет право написать заявление, обратиться к секретарю. Если она не хочет расписываться, оставить, значит, на второй копии сам написать, что отказалась, так далее. Без проблем. Но не заявление об уголовном преступлении или административном правонарушении. У нас не принимает никакого, но это было заявление просто. А заявление о чем? О том, что вот с этого участка приходит, да, и у нас есть подозрение на карусель. Так, подумайте сейчас, подозрение, излагайте заявление. Да, нет, обязательно. У нас было просто ставка. Нет, я так понял, я просто уже общался тоже с членами комиссии. Я просто общался с членами комиссии, насколько я понял, вы пытались подать административное. Вы пишете на что-то отдельно, что написали справку. А кандидаты не заслуживают. Давайте тогда с вами подавать справку. Еще раз. Я не подаю. Нет, я имею в виду, мы напишем, вы будете все ваши вопросы. Пишите только, Ваше присутствие. Пишите только, это должно быть какое-то... У нас есть уже жалоба в территориалке,
на то, что у нас не приняли скарбу. Не вот это, а скарбу. В самом начале. То есть мы здесь уже часа 4, да? Да. У нас две скарбы. Вот это теперь, извините, я хочу задать, просто разобраться с вами. Значит, мы обнаружили так, за пределами участка, подозрения. И мы должны, вы вначале, я знаю, вы обращались в 17-й подозрение. Потом вас отправили к нам в 16. Вы все равно туда пришли. И хочу знать. Вы сказали, смотрите, как у юриста одно замечание. Ваше, вы имеете право написать скаргу или акт. Там обязательно должна быть указана часть или статья закона про месцели. Что нарушено? Все, пишите. Получается, если там происходило... Если любой кандидат, уполномоченное лицо пишет, вам обращается, что нарушена норма закона о местном самоуправлении, вы обязаны о местных выборах, вы принимаете. Но если там будет указано кандидатам, что какие-то люди украли яблоко или там еще что-то, это не ваши выборы. Дальше статус. Они должны были нас менять? Я не знаю, что такое дальше статус. Самое первое. Вначале вы написали статус. Давайте я не буду выступать третейским судьей. Пишите, хотите, я попрессую. Спасибо. По фальсификации предполагаемой, да, 116 участков, да? Как же получается, у нас участков не было никакой фальсификации, не предполагаемой. Я не видел, но что, пускай... Как же я могу знать, что давайте, Александр Владимирович, давайте не встревать, зачем нам эти лишние суды? Пускай люди пишут, указывают, какая статья нарушена, что они там видели, дальше будем разбираться. И где, в каком месте, да, на улице или у вас? Пиши. Или на участке? На улице, значит, на участке. Это третейским судьей. Я не присутствовал, не знаю. Я не могу спрашивать, я не знаю, что вы там написали. Вот пишите, я готов помочь оказать бесплатную юридическую помощь. Составляйте скарбу, так? Я ее прочитаю, вам могу спросить. В соответствии с законом Украины.